Постарайся мне быстрее попить. Дома так жарко. Ах ты, Настенька, моя ранняя пташка. Конечно, вставай быстрей. Вот твоя бутылочка с водичкой. Молодец, мой котенок, хорошо попила. Теперь давай переодеваться. Снимай свою пижамку. Вот так, вытаскивай свои ручки. Нужно проверить обязательно твой подгузник. Ой, малышка, он совсем сухой. Тогда менять его не будем. Возьмем с собой запасной. Если что, поменяем твой подгузник на улице. Мы пойдем гулять? Конечно, сейчас такая хорошая погода. Лучше гулять, чем сидеть дома. Надевай, пожалуйста, свой боди. Вот так. Одна ручка и другая. А теперь застегнем твой боди внизу на липучку. Ну что же, малышка, пойдем завтракать тоже будем на улице. Я возьму с собой сок и детское фруктовое пюре. Но прежде тебе нужно обязательно почистить зубки. Вот так. Возьмем твою любимую зубную щетку и твою любимую зубную пасту. Нанесем пасту на щеточку и хорошенечко очистим твои зубки от налета. Сначала почистим верхние зубки. Вот как хорошо, молодец. А теперь и нижние зубки. Ну вот, малышка, сполосни ротик водичкой. А теперь выплюни. Чу-чу-чу. Ура, я готова. Мамочка, а можно я возьму с собой на улицу покемона? Это моя любимая игрушка. Нет, Люся, нельзя. Разве ты забыла, как в прошлый раз ты тоже взяла его на улицу и потеряла, а потом очень расстроилась. Поэтому покемон сегодня останется дома. Ну, пожалуйста, я обещаю, что в этот раз я не буду его терять. Ну, ладно, ладно. На, Люся, держи. Пойдем быстрей гулять. Ура, покемончик, пойдем со мной строить песочные замки. В этот раз я не буду тебя закапывать. Обещаю. Вот так мы сегодня с малышкой собирались на улицу. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока! Миша, а давай-ка купаться в бассейне. Смотри, я его уже надула и наполнила теплой водой. А, скукотища! Мне больше нравится играть с машинками. Не хочу сегодня купаться. Не хочешь купаться? Что-то на тебя не похоже. О, а если мы разведем в этой воде вот такой розовый слань, а потом поиграем в рыбалку? Ух ты, тогда я согласен. Бегу переодеваться. Все, мамочка, я готов. Тогда садись в бассейн. Сейчас будем разводить водички розовый слайм свинки Пеппы. Откроем пакетик с розовым порошком и блестками. Насыпем его в водичку. Смотри, как он набухает. А теперь все хорошенечко перемешаем. Ух ты, как здорово! Смотри, наш слайм оказался розовым снегом. Вау, как его стало много! Почти целый бассейн! Розовый снег! Вот это да! Я никогда такого не видел! Давай-ка я тебя закопаю! И сделаю розовую шапочку. Зима еще не настала, а у меня в бассейне есть розовый снег. Ну а теперь разровняем наш розовый снежок и высыпем в него морских животных. Ух ты, как их много! И они все такие разные. Да, а вот и наша удочка. Сейчас мы их поймаем и узнаем, кто у нас тут поселился. Ну-ка. Первое морское животное. Мамочка, я знаю.
это медуза. Верно, Миша. С медузами нужно быть очень аккуратными и не дотрагиваться до них в воде. Они могут жалиться. Ну-ка, кто нам попадется на этот раз? Ух ты, это электрический скат. Его тоже лучше не трогать. Все верно, Миша. Настоящего ската, конечно же, лучше не трогать. Ну, а игрушку можно. Давай играть дальше. Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая. Кто же на этот раз нам попадется? А это крабик. Да, Миша, угадал. Это оранжевый крабик. Давай играть дальше. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну-ка, а это кто у нас такой? Ты знаешь, Миша? Ой, какая странная рыба. Ее я первый раз вижу. Это рыба-молот. И на самом деле это разновидность акулы. Ого, как интересно. Давай посмотрим дальше, кто нам тут попадется. Морской конек. Все верно, ты угадал, это морской конек. Ну-ка, кто у нас тут еще обитает? Проще простого, зеленая черепаха. Какой ты умный, Миша, знаешь название всех морских животных. Ну-ка, может быть, вот это животное ты не отгадаешь. Мамочка, ты что? Это же дельфин! Все верно. Самое доброе и умное морское животное. Ну-ка, кто у нас тут еще остался? Ой, пингвинчик! Они живут на Южном полюсе! Да, ты опять угадал! Ну-ка, здесь осталось две последние рыбки. Интересно, знаешь ли ты название вот этой, красной? О, это самая опасная и злая рыба. Это акула. Да, вот с ними лучше точно не шутить. И вот осталась последняя маленькая желтая рыбешка. Знаешь ли ты ее название, Миша? Не знаю. Я тоже. Под водой так много маленьких красивых рыб. Да, а еще под водой есть много красивых ракушек, кораллов и водорослей. Друзья, а вы любите играть в такие игры в бассейне вместе с мамой? Если да, обязательно ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!